Пересадка пионов. Дикорастущие пионы растут на одном месте до 50 лет и даже более. Гибридные сорта, которые произошли от пиона лекарственного, могут расти без пересадки на одном и том же участке не более 10 лет. По истечении этого срока куст нужно разделить и пересадить в другое место. Кроме того, делением и рассаживанием куста осуществляется самый простой и надежный способ размножения пиона. Но для этой цели используются 4-5-летние кусты, которые уже раз-другой полноценно цвели. Дело в том, что корневая система у пионов сильно разрастается с годами, поэтому легче справиться с более молодым корневищем, чем со старым. Поэтому для того, чтобы качество цветения ваших пионов не снижалось, лучше будет делить и рассаживать кусты раз в 3-4 года. Пересаживают пионы в сентябре. Как пересадить пионы? Осенью куст окапывают на расстоянии 25 см от корневища. Затем осторожно расшатывают вилами и вынимают его из земли. Корневище очищают колышком от почвы. Затем моют не очень сильной струей воды, чтобы не повредить хрупкие почки-глазки пионы. Наземную часть обрезают почти до корня. Отмытые корневища оставляют на свежем воздухе, чтобы стекла вода, а корни слегка подвяли и стали более эластичными. Затем старые толстые корни подрезают до длины 10-5 см под углом 45 градусов. Внимательно осмотрите корень и только после этого приступайте к делению. Если куст старый, то удобнее всего вогнать молотком в его середину клин, который расколет корневище на несколько частей. Часто в середине старых корневищ бывают пустоты и подгнившие участки, которые нужно вычистить, продезинфицировать крепким раствором марганцовки, а затем срезы припудрить фунгицидом. Деленки должны состоять из части корневой шейки с хорошо развитыми 3-4 глазками и несколькими корнями. Нужно постараться разделить корневище на приблизительно равные части, чтобы не было ни слишком больших деленок, которые будут долго болеть после пересадки, ни слишком мелких, которые могут просто погибнуть. Сажать деленки в грунт нужно тем способом, который уже был описан. Участок с пересаженными растениями на зиму необходимо замульчировать 7-сантиметровым слоем торфа. Снять мульчу можно тогда, когда весной сквозь нее пробьются красноватые ростки пионов. За первые 2 года после пересадки пионы должны нарастить корневую систему, поэтому проявите терпение и не давайте молодым растениям цвести. В первый год отщипывайте все появляющиеся бутоны. На следующий оставьте на кусте всего 1 бутон, и когда он лопнет, срежьте его как можно короче и рассмотрите, насколько цветок соответствует своему сорту. Если соответствие не полное, то придется еще год отщипывать бутоны, оставляя всего 1, пока цветок не будет полностью соответствовать своему сорту. Это может произойти на 3-й год, а может и на 5-й.